Ритмикс РПР 050. Коротенько сейчас расскажу про него. Сейчас мы его распакуем. Упаковка выглядит вот так. Не инструкция, а краткое описание на английском, белорусском, казахском и русском языках. С описанием диапазона частот. Изготовитель Китай, естественно. В комплекте идет шнур питания 220 вольт. Опять же, инструкция на русском языке с описанием. Радио упаковано в пупырышки. Так, вот оно. И здесь имеется вот такая вот лямка для переноски. Можно зацепить здесь вот за вот эти штукенции и повесить на плечо. Ну, впрочем, отбросим лишнее. Нас интересует непосредственно сам прибор. Значит, радио работает в трех диапазонах. FM 64-108, средние волны AM и короткие волны. С этой стороны антенка. Антенна довольно-таки приличная. Вот она выдвигается вот так вот. Задвинем ее. Помимо всего прочего, у нас наш прибор может воспроизводить MP3 файлы со всех видов флешек. Со стандартной USB, microCD и большой CD. Есть разъем для наушников и для блока питания 4,5 вольт можно подключать, но в комплект не входит. Также работает радио от крупных батареек. Вот сюда они вставляются. И есть встроенный аккумулятор. И еще бонусом идет фонарь. Оп. Светит очень хорошо. Ну, звук довольно-таки неплохой для его размеров и цены. Появляется подсветка сразу синенькая. То есть звук нормальный. Так, попробуем настроиться еще на что-нибудь. Сейчас FM-диапазон стоит. Маша, радуй, стукачка, свет. Только ли ни ты, ни я не знали, то ли потеряли. Девичья гриба. Ну вот. Комедия по версии Американского института кино. Николас нормальный звук, да? Мне нравится. Одну из своих лучших ролей, представ в образе... Красивая вещь. Девиста по имени Хай. Он женится. Пропало у вас электричество. Можете включить фонарик, пойти посмотреть. В чем проблема? Светит очень хорошо. И неподалеку родилось. Так, выключим. Так, попробуем теперь средние и короткие волны. Так, вот тут включаем средние волны. Что у нас на средних волнах? Ну-ка, сейчас, конечно, я в городе нахожусь, тут на средних волнах поменьше будет радио. Ну вот, что-то поймал. Значит, для работы на FM, он же УКВ-диапазон, и на коротких волнах, нам необходимо использовать вот эту вот антенну. Особенно, если мы где-то далеко находимся, за городом. Вот. Потому что короткие волны и FM, УКВ-диапазон, они работают от вот этой антенны. А средние волны, которые сейчас у нас включены, они работают от встроенной внутренней магнитной ферритовой антенны. Она направленного действия. Вот когда мы поворачиваем радио,
откуда идет сигнал, радио будет лучше ловить. Вот. Это актуально для средних волн. Ну, так выглядят короткие волны. Для коротких волн, повторюсь, ну, сейчас особо ничего не понимаем, потому что в городе нахожусь, где надо выдвигать антенну, то тогда что-то будет слышно на коротких волнах. В основном ерунда. Сейчас FM-диапазон у КВ. Ну, звук достойный для этого динамика. Звук достойный. Значит, когда подключаем шнур питания, наш 220 вольт, вот он идет сюда, и вставляем в розетку, здесь загорается индикатор зарядки встроенного аккумулятора. Пока наше радио работает от сети, также заряжается встроенный аккумулятор. По длительности работы я не проверял, но думаю, что должно быть неплохо. Аккумулятор, по идее, там не маленький стоит. Значит, вот такие плюсы. Как бы цена относительно недорогая. Ну, красивый дизайн классический под ретро. Что еще из плюсов? Качественный звук. Настраивается хорошо радио. Встроенный фонарик. И возможность чтения MP3 файлов. Ну, вот эти кнопки, соответственно, для перемотки MP3-шек. Можно повторять композиции, перематывать сразу в конец, либо по одной композиции. Из минусов. Что мне не совсем... Ну, как бы не то, что это там придирки или какие-то сильно большие минусы, но при включении в розетку, при питании от 220 вольт, слышно небольшое такое, ну, гудение трансформатора блока питания. Возможно, потому что он тут стоит слишком дешевый. Потому что когда вы заряжаете мобильный телефон, ведь такого нету. Ну, хотя, опять же, тут получается понижающий трансформатор с 220 вольт. Напряжение понижает для питания радио. Так, еще минус при включении. Вот когда включаем, регулировка громкости вначале идет слишком резко, то есть надо по чуть-чуть вообще крутить, чтобы, если вам надо на тихой громкости слушать, то придется крутить по чуть-чуть. А уже когда громкость побольше, то уже более плавная регулировка. Вот. Видите? А когда мало громкости, то немножко сложновато бывает отрегулировать, если надо тихо. Ну, как бы все, пожалуй, на этом минусы все и заканчиваются. Так что по питанию его можно брать электричеством с собой. Работает от батареек, от аккумулятора встроенного и от сети. То есть очень универсальная вещь. Ну, дома так даже как украшение можно, может тоже служить. Можно его поставить где-нибудь на полке. И пускай стоит иной раз. И послушать что-нибудь вечерком, либо с утра перед работой. Когда в магазине я выбирал, то выбирал между вот этой моделью и ее младшим собратом. Младший собрат этой модели был немножко дешевле там, но у него более узкий диапазон у КВ, а также коротких волн, более узкий диапазон, здесь более широкий. Там нету подсветки, не было, и вроде бы не было встроенного аккумулятора. Но это не точно. В модели помладше. И размерами чуть-чуть был поменьше. А также, что одно из многих факторов, почему мне модель младше вот этой не понравилась, она гораздо хуже ловила. То есть в одной точке стояло это радио и то, что на картинке у вас сейчас будет. И данное радио ловило, ну, процентов на 40 лучше было. Меньше помех на FM-диапазоне. Поэтому решил, ну, я немного доплатить и уже взять, ну, такое. Ну и плюс оно как-то даже и красивее. Вот такая модель.
Ритмикс РПР-050. Благодарю за внимание. Если вам понравилось видео, поделитесь с ним, поставьте лайк, ну и подпишитесь на канал. Спасибо, пока-пока.